Играю на ческом с гроссмейстером из Кубы. Его логин это теннис-мастер. И разыграю каталон. Получился немцович с А5. Пока что просто заканчиваю развитие. Здесь, наверное, уже нужно играть D5. Теперь слон g5, чтобы слон b4 немного не удел оказался. Без хода e4 тоже будет тяжко, поэтому нужно его проводить. А4 не дает мне сыграть а3 и b4. Гроссмейстер. Поэтому продолжаю дальше просто развиваться. Идеально, конечно, было бы коня перевести на d3. Он бы очень много полей здесь прикрывал. В принципе, есть смысл попробовать это сделать. Не знаю, хватит ли мне времени, потому что на это нужно 3 темпа. Он создал запасную проходную. Неплохой стратегический такой прием. Очень часто в эндшпиле эта пешка как раз и играет важнейшую роль. Посмотрим, что будет в этой партии. Еще у него поле d4 под контролем. Вот это, конечно, достаточно неприятно для меня. Здесь заберу пешкой, чтобы какая-то активность по линии f могла возникнуть. При случае хочу взять cb. На bc, естественно, бью конем. b4. В принципе, я думаю, приятный для меня ход, поскольку вся игра на ферзевом фланге теперь закрывается. Я уже могу начать свою. Конь в закрытой позиции никак не слабее, чем его слон на c5. Он сейчас может перескочить на королевский фланг. И по линии F у меня уже начинается какая-то инициатива. На ферзь G5 H4 запланировал. Теперь можно попробовать перевести коня, наверное, поближе. На h4 будет слон b6 и слон d8. Есть такой вариант здесь у соперника. Поэтому конь h2. Может быть, g4 он поинтереснее будет смотреться и смотреть на пешку h6 тоже. Ферзь d2. Такой ход привязался к пешке b4 и заодно конь g4 хочу сыграть. Надавить на h6. Скрытая угроза такая. Так, что у нас получается? Ферзь и пешка за две ладьи. Но мой ферзь достаточно активен. Попробую пролезть по черным полям. Пока его слон исполняет просто роль пешки. Нужно успеть сделать ход король f3, чтобы слон не включился в игру. Пешку все равно пока брать нельзя. И, наверное, мой план это создать проходную. h4, g4 и h5. Правда, есть какие-то ладья c4 ходы у соперника. Вот этого я совсем не видел. Интересно, можно так играть или нет?
сыграл. Да, неприятно, нужно думать срочно. Так, если взял b3, пешка, наверное, просто пройдет. Значит, этот ход сразу отпадает, остается только, наверное, конь f7. Да, обидно, зевнул. Ход неприятный, ладья c4, и сразу у него контр-игра мощнейшая появилась. Остается надеяться на прыгучесть своего коня и то, что удастся прижать ладью. Стараюсь мат поставить после конь c6. И, наверное, не знаю, поставлю, не поставлю. Нет, мат не успеваю поставить, но есть такой ход с идеей ферзь d7. Что-то находится в цепноте. Взял. Шах. Ферзя поставил. И теперь где-то мат должен быть. Да, матую. Интересная партия получилась. Если честно, думал, что после ладья c4 уже стою хуже. Но удалось своим конем доставить ему массу неприятностей.